Здравствуйте. Здравствуйте. Катались мы с Вороном уже 3 часа. Видели козу, козлика молодого. И вот сейчас где-то вот за кустами, кто-то рыжими. А вон он. Сейчас попробую чуть вперед пройти. Ох, какие рога-то красивые. Метров 60 буквально. Ворон громко себя ведет. Сейчас мы его поснимаем. Вот это трофей, так трофей. Это всем трофей. Сейчас попробую ближе подойти. Вот хотя бы до того кустика это 20 метров будет. Ветер сильный боковой дует. Вообще красавец. Пока он спит, попробую еще ближе к нему подойти. Время-то идет, а нам надо еще трофей себе найти. Там ко мне лежит. Метров 15. Thank you.
Ничего, он напугался. Ветром, наверное, все-таки опахнуло на него. Вот куст, считаем шаги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, и вот 15 шаг. Вот так вот. Вот так вот. Блин, красавец, прямо вообще. Так, ладно, пошел я за вороном. Если ворон еще здесь, а то козел так на него смотрел в том направлении, как будто он убежал. К кусту привязанный у меня был. Ладно, что интересное будет, включусь.